Вот. Но побеждать дьявола мы будем словом свидетельства своего. Ale zwyciężać diabła będziemy poprzez słowo naszego świadectwa. И мы будем его сегодня поражать. Będziemy go dzisiaj pokonywać. Я верю, что сатана, дьявол уйдет из Варшавы. Wierzę, że szatan, diabeł odejdzie z Warszawy. Дьявол уйдет из Польши. Diabeł odejdzie z Polski. Сатана оставит молодежь. Szatan zostawi młodzież. Сатана оставит верующих. Szatan zostawi wierzących. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Аминь. Будет слава Богу. Będzie chwała dla Boga. Будет великая слава Богу. Wielka chwała dla Boga. Огонь Духа Святого. Ogień Ducha Świętego. Сила Духа Святого. Moc Ducha Świętego. Излияние Духа Святого. Wylanie Ducha Świętego. Милость Божья. Miłosierdzie Boże. Спасение Божье. Boże zbawienie. Освобождение Божье. Uwolnienie Boże. Аллилуйя. 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 Господь с нами. Пан есть с нами. Эммануил, Господь с нами. Эммануэль, Бог есть с нами. Господь среди нас. Бог есть пошлют нас. Господь внутри нас. Пан есть в нас. Служения различные, но Бог один и тот же. Różne są służby, ale Bóg jest jeden i ten sam. Амен. Амен. Будьте благословенны. Niech Bóg was błogosławi. Вы знаете, мы к вам сюда ненадолго. Wiecie, nie przyjechaliśmy do was na jakoś długo. Мы только что с женой прилетели из Италии. Dopiero co przylecieliśmy z żoną z Włoch. Из Рима. Z Rzymu. Вот, и я там прочитал полностью послание к римлянам. Całkowicie przeczytałem tam list do Rzymian, cały. Вот. Поэтому привет вам из Рима, из вот а там, где резиденция Папы Римского, więc из Ватикана, да. Przekazuję wam pozdrowienia z Rzymu i z rezydencji papieża, a więc z Watykanu. Вот. Так что будьте благословены, Бона сера. Więc niech Bóg was błogosławi, Бона сера. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, и вы знаете, у нас есть такая хорошая песня бременских музыкантов. Wiecie, mamy taką dobrą piosenkę muzyków bremańskich. Мы иногда даже с Павлом пели ее. Nawet kiedyś śpiewaliśmy ją razem z Pawłem. Вот. А кто знает про бременских музыкантов? Кто знает такой zespół Бременские музыканты? Тут пару человек. Они там, Kilka знаете, они ходили и пели. Один осел, там другая собака. Там один только нормальный человек был. Они так ходили и спевали. Один осел, другой пес. Только один нормальный человек был вот. Там. Иногда у осла спадали штаны. Вот. Часом ослови спадали сподни. И все видели, что что-то здесь ненормально. И все видели, что что-то там есть ненормального в этом. Вот. И музыка там была простая. Музыка была очень проста. Мы к вам приехали на час. Приехали мы до вас на час. А музыканты ушли, да? Już музыканты odeszli, так? Ну, а можете, кстати, назад прийти, музыканты, хоть. Ну, можете начать музыку. Мы к вам приехали на час. Приехали мы до вас на годину. Привет, бонжур, шалом. День добрый, бонжур, шалом. Мы здесь проездом. Jesteśmy tu przejazdem. А ну скорей любите нас. No, kochajcie nas lepiej. Вам крупно повезло. Bardzo вам się udało. Ну-ка все вместе. Wszyscy разом zagrajcie. Уши развесьте. I teraz nastawcie uszy. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. Лепей добре класкайте в ренце. Лишь стоит нам начать. Trzeba zacząć. Как все от счастья плачут. Wszyscy и знаем płacą. Наперед, не может быть иначе. Не может быть иначе. Мы к вам приехали на час. Приехаешь мне до привет, бонжур, шалом. Шалом. А ну скорей любите нас. Кохайте вам нас. Крупно повезло. Bardzo вам все удало. Ну-ка все вместе. Wszyscy разом. Уши развесьте. Наставьте уши. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши на. Таскайте в двоне. Господи, слава тебе. Хвала тебе, пане. Здравствуйте. День добрый. Братья и сестры. Привет из Украины. Поздравления из Украины.
Вот. Меня зовут Сережа. Называем себя Сережа. Сергей. Вот. Мы родом из народа. Jesteśmy z ludu. Вот. И мы, как говорится, простые люди. Jesteśmy простыми людьми. Как и все мы здесь взяты. Так, как и мы все тут разом взяты. Поэтому будем потихонечку поражать сатану свидетельством Господним. Więc będziemy так stopniowo zwyciężać diabła świadectwem pańskim. Вот, пока все расслабились, улыбнулись. No, на razie wszyscy się rozluźnili, uśmiechnęli się. Потом, когда твердая пища в рот попадет. Ale potem, kiedy do ust wpadnie twarde jedzenie. Типа ореха такого. Coś w rodzaju orzecha. Придется глотать. No to trzeba będzie to połykać. Так что расслабьтесь. Więc rozluźnijcie się. Чтоб дело пошло полегче. Żeby było lżej. Скажите, пожалуйста, здесь есть кто первый раз на собрании, кто нуждается в покаянии и в спасении? Кто еще? Czy jest tu ktoś, кто potrzebuje zbawienia, кто potrzebuje się nawrócić i jest pierwszy raz na takim spotkaniu? Ага. То есть и здесь все верующие, поднимите руку. Кто? Wszyscy wierzący to są, tak? Поднимите ręce. Все верующие. Wszyscy wierzący. Ага, ну так мы будем сейчас работать. No to będziemy pracować. Да, будем сейчас працювати. Так, мы зачинаем зараз. Аллилуйя. Слава Аллилуйя. Богу Слава за Богу. Павла Тернопольского. За Павла Тернопольского. Вот, за Польшу. За Польска. И все, что здесь было, есть и будет. Все, что тут было, есть и будет. Видите, какой у меня микрофончик. Я, наверное, поменяюсь даже. Заменим еще на микрофоны. Это все было из-за этого микрофона. Все это было через этот микрофон. Простите меня ради Бога. Выбачьте меня за взгляд на Бога. Я сам вообще с детства баптист. Я так направда с детства я стал баптистом. Вот, я очень хороший мальчик был раньше. Был очень добрым хлопцем вчера. Вот, в 10 лет меня мама привела в баптистскую церковь. Как мне 10 лет, мама припроводила меня до кощела баптистичного. И там 5 лет я прослужил в полном посвящении, в служении. 5 лет служил там в целковитом посвящении, в службе. В консервативной такой вот ортодоксальной баптистской общине. В баптистичной, ортодоксальной, консервативной спільноті. Вот. И так, вы знаете, получилось, что я в своей жизни познал не только силу благодати, милости, спасения, но и падения. Также. Так się stało, że w życiu poznałem nie tylko siłę łaski, miłosierdzia i błogosławieństwa, lecz również upadku. Потому что уже в 15 лет я медленно, незаметно отошел от Господа. Bo mając 15 lat, stopniowo, tak niezauważalnie odszedłem od Boga. И из святого, праведного ребенка ze świętego i sprawiedliwego dziecka стал вообще наркоман. Zostałem w ogóle narkomanem. Вот. И вы знаете, когда ты рожден свыше, и когда отходишь от Господа, ведь когда jesteś narodzony на ново и отходишь от Бога, приходят 7 злейших. Приходит 7 горших демонов. Вот. И что касалось наркотиков или преступления, ведь если речь идет о наркотиках или преступства, это было в 7 раз больше, чем простые мирские преступники. То было 7 раз горше, ніж у звиклих преступников святых. И к 20 годам я уже лежал в кровати и сгнивал, умирал. Gdy miałem 20 лет, лежал в łóżku и уж умирałem. Вот, и врачи сказали родителям, сколько мне осталось вообще жить. Лекарзе поведели родителям, ile zostało mi życia. Чтобы они готовились, потому что у меня был диагноз СПИД-ВИЧ. Żeby się przygotowywali, ponieważ miałem diagnozę AIDS. Вот, и что по-любому я умираю. И że po prostu umieram. Они сказали даже, сколько мне осталось жить. Поведели, или мне осталось жить, навет. Вот, и вы знаете, уже смирились все, что я умираю. И ведь все уже погодили, что умру. Родители. Родица. Милиция. Милиция. Друзья. Приятели. Врачи. Лекарь. Я тоже смирился. Это ж я. Это было похоже, как вроде бы меня положили в гроб, забили гвоздями и зарыли, и закопали. То выглядело так, как бы положили меня до трумны, прибили гвоздями, выкопали и закопали меня в земле. Я чувствовал этот запах смерти. Чувствовал запах смерти. Я в своей жизни несколько раз умирал от передозировки. В своем жизни несколько раз умирал с поводу передавкования.
Меня останавливало сердце и дыхание. Затримувало ще моє серце і віддих. И ребята, наркоманы, чтобы замести следы, чтобы спрятать меня, выкидывали меня в лес, в посадку. И прямо на мороз, на морозе. Приятели, чтобы меня сховать, выжуцали меня до лесу, просто на мороз. Вот, чтобы вынести из квартиры, чтобы труп не оставался чтобы в квартире. Вынести меня из мешкания, чтобы мой труп не остался в мешканию. Вы знаете, это действительно прообраз того, что я был закрыт и закопан в могиле. Видите, это был такой прототип, прообраз того, что заставим замкнуты и закопаны в могиле. Все смирились, что я умер, погиб. Все погодились, что я уже умер. Я смирился. Я тоже. Один, только один Иисус Христос, кто не смирился с моей смертью. Только Иисус Христос, как единый, не сгодился с моей смертью. Один единственный, кто не смирился с тем, что зарыт, закопан, забит гвоздями и даже отказались молиться за меня. Он был единый, потому что все уже погодили, что заставим прибиты до трумны и закопаны, и они даже перестали о мне молить. Образно говоря, мовясь символично, он взял и отрыл эту могилу. Он взял и откопал эту могилу. Вырвал этот гроб. Вырвал его. Повырывал гвозди из этого гроба. Повырывал гвозди из этой трумны. И сказал, а я не согласен, что ты умер. И сказал, не сгадзамся, что ты умрешь. Я не согласен, что ты мертвый. Не сгадзамся с тем, что ты мертвый. Вот почему... Если хотите видеть воскресшего, я перед вами. Здравствуйте. Ото, dlaczego, jeżeli chcecie widzieć kogoś, kto powstał z martwych, to ja nim jestem. Я не могу по-спокойному свидетельствовать. Не могу świadczyć так просто спокойно. Не могу о себе говорить спокойно. Не могу mówić o sobie w sposób spokojny. О том, что Бог со мной сделал. О том, что Бог со мной сделал. Невозможно просто об этом говорить. То попросту есть неможливо. Бог спас меня. Бог меня избавил, уродовал. Бог воскресил меня. И вскрешил. Бог от греха меня избавил. Он избавил меня от греху. От наркомании. От наркомании. От алкоголизма. Алкоголизму. От курения. Паления. От порнографии. Порнографии. От блуда. Вшетечанства. От похоти. От пожондания. От воровства. Злодейства. От лжи. Кламства. Бог спас меня. Бог мне избавил. Я не могу об этом говорить спокойно. Не могу говорить о том спокойно. Бог воскресил меня. Бог мне воскресил. Бог поднимает очень много таких людей. Он взбудзает очень много таких людей. И воскрешает по разным странам и городам. И воскрешает по разных краях и местах. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Хвала тебе. Хвала тебе. Благодарение. Дякуємо тобі. Дякую тобі. Аллилуйя. Вот почему мне легко понимать разных людей. Вот то, dlaczego łatwo mi jest rozumieć różnych ludzi. Как депутатов, так и наркоманов. Zarówno jakichś posłów, jak i narkomanów. Потому что я работал и с теми, и с другими. Да, так уже працевал и с теми, и с другими. И работаю. И надо працую. Поэтому мне легко понимать, как и старшее поколение, так и младшее. Да, так уж мне сразуметь заровно старшее, как и младшее поколение. Вот так вот Бог сделал в моей жизни. Так Бог учинил в моем жизни. И вы знаете, когда через 5 лет меня мама и папа послали в реабилитационный центр. Видите, когда по 5 летах мама и тата послали меня до ошрока реабилитационного. Вот, это был 2000 год. Это был год 2000. Тогда я начал возрождаться. Втеды зачем еще отрадзать? Я опять почувствовал Духа Святого, как тогда в детстве. Знову почувствовал Духа Святого, как втеды в детстве. Вот где-то в этом районе. Где-то в том месте, районе. Отделение, святость. Отделение, святость. Дух Святой. Дух Святый. И опять в 20 лет, в 2000 году, почувствовал опять возрождение. И мы 20 лет, в 2000 году, снова почувствовал отродзение. Но я был баптистом в детстве. Але был в детстве баптистом. А туда, куда я попал, это была еврейская мессианская община. А я трафиłem teraz до, втеды до жудовской мессианской спільноти. И там еще и на языках говорили. Там говорили тоже на языках. Я, вы знаете, у баптистов все очень четко, нужно, чтобы было все по Писанию. Видите, у баптистов есть все так докладнее, и важно, чтобы все было согласно с письмом.
Мені показали 14 главу Коринфлянам. Показано мені 14 розділ лісту до Коринтян. Где говорится, кто говорит на языках, тот говорит Богу, а не людям. Где есть написано, что тот, кто мови на языках, мови до Бога, а не до людей. Мне этого хватило. То мне выстарчило. Я сразу же начал говорить на языках. Одразу начал мовить на языках. Вы знаете, по Писанию, так по Писанию. Видите, но скоро веду к письма, то веду к письма. Кстати, не забывайте писать записки. Зрешто, не запоминайте, чтобы записывать себе все. Даже с плохими вопросами. Навет, если есть то какие-то злые питания, так и невыгодно. Все, чего можно было бояться, уже в прошлом. Все, чего можно было себя бояться, есть уже в прошлости. Здравствуйте. День добрый, витам. Вот. Ну и тогда я начал читать Писание. Więc zacząłem wtedy czytać Pismo. И у меня был наставник. Miałem pewnego nauczyciela. Так положено вообще. No, takiego przełożonego. Он меня повел на улицу. Так powinno być. Это было на юге Украины, в Крыму. Он zaprowadził mnie tam gdzieś na ulicę, to było i zawiózł mnie na górku такую. И zaprowadził mnie na taką górkę. Там была такая горка, уже тоже поднимайся. Była taka górka. И с нее было море видно. З неї було видать море. И горизонт, земля, степи, земля, море. Горизонт был такой же, земля, море, степи. И тогда мы с моим наставником говорили всего лишь один раз. Втеди только раз мовились с моим научителем. Мы открыли Библию. Отворились мы Библию. И прочитали Ефесянам 3:20. Прочитали мы Ефесян 3:20. И тогда что-то произошло. И тогда это все выдажило. Там написано, а тому, кто действующий в нас силою, там есть написано тому, кто делает według своей мощи в нас, может сделать несравненно больше. Он может учинить значительно więcej всего, ніж всего, чего мы просим, о что просим, или о чем помышляем, люб о чем мыслим. Тому слава. Ему есть хвала. Из рода в род. Из поколения в поколение. От века до века. С веку до веку. В церкви. В костеле. Аминь. Амен. В Иисусе Христе. В Иисусе Христусе. Аллилуйя. Аллилуйя. И когда мы это прочитали, когда это прочитались мы, я начал смотреть в горизонт. Зачем пацаешь на горизонт? И вы знаете, вдруг что-то произошло. И видите, что все нагло выдажило? То, что видели мои физические глаза, то, что видели мои физические очи, вдруг этот горизонт разорвался. Нагло этот горизонт, он еще разорвал. И мое физическое зрение начало видеть несравненно больше, чем может видеть физический глаз. И мои очи начали видеть значительно больше, ніж физическое око, звикло. Я тогда подумал. Тогда помышлявам. А неужели только я здесь буду в реабилитационном центре? Чи я буду только тутай в этом центре реабилитационном? А что я? Неужели я просто только буду как-то Богу служить? Чи просто буду как-то там служу Богу? А неужели просто только Он меня от СПИДа исцелит? Чи только просто Он меня уволни, уздрови из AIDS? Несравненно больше всего. Значительно венцей учений. Мне стало страшно. Буем пораженны. Вы знаете, Юлий Цезарь. Видите, Юлиус Цезарь. И другие завоеватели. И иные люди, которые завоевывали землю. Они свидетельствовали о своей жизни. Они свидетельствовали о своем жизни. Они говорили, что в жизни наступает какой-то барьер, конец дел. Мовили, что в жизни наступает певна барьера, конец жизни. У каждого есть свое ограничение и граница. Каждый имеет свое ограничение и граница. Вы знаете, ну, те верующие, которые вступили в связь Нового Завета в крови Иисуса, видите, те верующие, которые вошли в связь через кровь Иисуса в Новом Тестаменте, предел разрывается. Тогда та граница се разрыва. Ограничение в предназначении разрывается. Разрыва се ограничение в поволанию. Несравненно больше всего. Незравнение венце, ніж всичко. Больше, чем мы просим и представляем. Więcej ніж просимо і ніж собі виображаємо. Мне стало страшновато. Направда почувся переражений. Ми тоді сошли з тої гори. Ну, більше
он не был уже моим наставником. Зашлись потом с той горы, он потом уже не был моим учителем. И я у него тогда напоследок спросил разрешение. Вtedy на конец запитал его о позволении, певно. А можно начать молиться? Чи можно начать се молить? Чтоб то, что написано в Библии, чтобы то, что стало написано в Библии, ожило сегодня. Ожило дzisiaj? Вы знаете, я очень со страхом и робко спросил это у него. Ведь испытаем это с таким страхом и не смело. Я не знал, а вдруг нельзя даже спрашивать о таком. Не ведяем, чи в ogóle могу питать. Потому что здесь постоянно идут проповеди. Бо тут цял час са указания. Прославление. Увельбение. И все этим заканчивается. И wszystko się на tym kończy. А в Библии я прочитал совершенно другое. А в Библии прочитаем coś zupełnie innego. Вот простите меня, пожалуйста. Вибачте мені, прошу. Ну вот как-то видя увидел. Але ну, видząc то попросту побачивам. Ради Бога, простите. Вибачте мені, за взгляду на Бога. Вот читал Библию просто и споткнулся. Вот. Читал, и ще на тим поткнувам. Только на Иоанна, ну вот, 14 глава, 12 стих. 14 раздел Иоанна, 12 версет. Можно дальше даже Библию не читать. Можно далее в ogóle даже Библию не читать. Пусть на всю жизнь одного стиха хватит. Достаточно на целую жизнь одного версета. Там написано, истина, истина, говорю, верующие в меня. И там есть написано, за правду поведаю вам. Те, кто же верят во мне. Те дела, которые я творю, и он будет творить, и больше их сотворит. Będą czynić те rzeczy, które я czynię, а nawet większe. Все. Можно прекращать читать Библию, эй. Можно навіть перестать читать Библию. Нужно закрыть. Можно замкнуть. И с Господом выяснить этот вопрос. И с Паном, с Богом выяснить то загаднение. Потому что можно так слишком долго читать. Можно збит долго читать. И никак ни обо что не споткнуться. И о ни все так не поткнуть. Можно, надо же уже споткнуться как-то, остановиться уже. Więc trzeba trochę się potknąć, zatrzymać się. На путях своих. На своих дорогах. Одного стиха хватит. Достаточно один версет. На всю жизнь. На целое життя. Мне хватило Ефесянам 3:20. Мне достаточно Ефесян 3:20. Я у него спросил, а можно я начну молиться? Запитаем его, чи могу я начать молить? Вы не поверите. Не уверите. Но он мне сказал. Але поведал мне. Можно. Можно. Послушайте, некоторые не понимают сейчас. Послушайте, некоторые не разумеют сейчас. Мне разрешили молиться. Позволено мне молить. Мне моя духовная власть разрешила молиться. Моя духовная власть позволила мне молиться. Я не знаю, кому здесь еще разрешили, а мне духовная власть разрешила. Не знаю, кому кто тут позволил, но мне духовная власть моя позволила. Для меня это было как выстрел со стартового пистолета. Это был для меня выстрел, как с того пистолета, который еще стрелял при старте. Я уже шел и думал, ну все. Шел и мечтал, ну, то уж тогда. Я заходил в тайную комнату. Входил до тайного покоя. Пока все чем-то занимались, делами, вопросами, суетой. Когда все занимались какими-то справами, крутанином, загадненнями. Я начинал молиться. Я начинал еще молиться. Мака, мака, рама, камбра, мандала, мараба. Господь, Отец Небесный. Пане, Боже Небесный. Оживи Слово Свое. Ожив Свое Слово. Пусть Писание оживет. Нех Библия оживет. Пусть это не будет мертвой буквой. Нех не будет то только мертвой литерой. Пусть это не будет мертвым словом. Нех не будет то только мертвым словом. Оживи! Ожив. Оживи! Ожив. Слово свое. Свое слово. В моей жизни. В моем жизни. В жизни людей вокруг меня. В жизни людей вокруг меня. Господи, пожалуйста. Боже, прошу. Утром. Рано. Днем. В чем дня? Вечером. Вечером. Пока люди занимались теннисом. Когда люди играли в тенниса. Пока люди спали после обеда. Когда спали по обеде. Я иду и молюсь. Каба, мама, я шедом и молился. Мне некоторые говорят, ты больной на голову. Никто же говорит мне, ты хорый на голову. Ты что орешь? Что так жестишь? Что ты кричишь? Что так кричишь? Кого ты... Знаете, иногда в церкви, в общине появляются какие-то ненормальные люди. Видите, часто в костеле не появляются какие-то ненормальные люди. Ну и вот еще один появился. А появляются, еще один еще появил. Я не знаю, кто мне доверил микрофон. Не знаю, кто мне поверил микрофон. Вот.
Ну, а, да? Вся слава Господу. Так, слава Богу. И говорили, что ты, пожалей себя. И мови, ну, слитуйся на то. Что ты вот это молишься? Что еще ты так молишь? Что тебе больше всех надо? Что еще, чего еще потреба? А некоторые, знаете, что говорили? Говорят, ему, наверное, так нравится. И некоторые мовили, о, напевно, ему попросту еще так подоба. Да, знали бы они. Ну, видели бы. Какая-то работа. Яка то есть праца. Ух. И вы знаете, буквально через несколько месяцев... И вечер дословно по кільку місяцях. Мы еще, грубо говоря, были духовными младенцами. Мовляв, просто, были еще духовными немовлентами. Нас послали в мусульманское село. Зостались мы вислані до мусульманской вщи. Вот, там аул, в котором живут одни мусульмане, которые верят в Аллаха с детства, и многие из них наркоманы, кстати, курят план. То было такое место, где есть мусульманов, которые от детства верят в Аллаха, много из них берут наркотики и пали. Село называлось Исламбей. Та вещь называлась Исламбей. Вот, и нам запретили там проповедовать. Заказано нам там кошить. Наша духовная власть. Значит, наша духовная власть заказала. Сказали, походите три человека. Поведели, походьте так три особи. Просто помолитесь. Попросту помолитесь. Вот, но не проповедуйте никому. Но не кошьте никому. Чтобы вас не побили. Чтобы вас там не сбили. И не убили. И не забили. Ну, вы знаете, как духовным младенцам сказать, идите помолитесь. Але видите, как то есть поведеть духовным немовлентам, идите и помолитесь. Ну, идем мы по селу. Идем и по вши. Аллилуйя! Аллилуйя! Весь Исламбей покается. Цалый слава тебе, Господь! Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Исламбей для Иисуса Христа! Христа. Господь, нам запретили здесь проповедовать. Боже, заказали нам гостить. Пусть без всякой проповеди каются все здесь. Без все тебе возможно. Аллилуйя! А потом раз я смотрю, а в одном огороде женщина сидит на стуле. Ну и патше в одном огороде певна кобета сидит на кресле. Вот, уже пожилая. Уже достаточно старша особа. Вот, мусульманка такая. Такая мусульманка. В косынке. В таким хуще. И сидит, ее вынесли воздухом погреться, подышать. Ну и дали ей трохи себе поддыхать на зевнуч. Мы заходим к ней. Подходим до ней. Здрасте, сейчас мы... Я начинаю к ней обращаться, помолиться. Ну и начинаем до ней. Она оказывается парализована. А она оказывается спарализована. Ее родственники вынесли воздухом подышать. Ей кровь вынесли, чтобы трохи поотдыхала. Она не разговаривает, ничего, просто вот так вот. Не размавя, нет, попросту только я так говорю, сидит. Эй, ребята, заходите, сейчас помолимся. А я говорю, ходьте, хлопаки, помолимся зараз. Нам запретили проповедовать. Заказали нам гостить. Только разрешили. Нужно быть послушными духовной власти. Треба быть послушными духовной. Аминь. 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 Один взял за ногу. Один взял за ногу. Другой за руку. Другий за руку. Я на голову положил. А я положил ренце на голову. И карабад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 абadab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 
Кара. Во имя Иисуса Христа полное исцеление. В имя Иисуса Христа полное выздоровление. И чувствую, под руками ее голова начинает трястись. И чую, как под моими руками ее голова начинает трястись. И думаю, что ее трясет. Мысля, что ее так трясет. Вдруг на глазах у нас выравнивается вот так рука. Нагло на наших очах вот так и рука еще выровняется. И она начинает говорить и кричать. Все нормально, полностью исцелена. И начала мовить, кричать, уже все нормально, я в полной уздоровлена. Начала ходить. Начала ходить. Разговаривать. Размовлять. Отреклась от Аллаха. Обрекалась Аллаха. Приняла Иисуса. Приняла Иисуса. Ее муж отрекся от Аллаха. Ее муж тоже обрекся от Аллаха. Поверьте мне, это еще не все. Это еще не все. Слушайте. Послушайте. Ее родные, которые были в доме, которые вынесли, отреклись от Аллаха, приняли Иисуса. Ей близкие, которые были в доме, которые ее вынесли, тоже вызвали Аллаха. Без проповеди, без молитв. Без глушения, без молитвы. То есть только за нее молитва была. Молитва была только за нее.
Вдруг, а они там родственными кланами живут, аулами. Они там живут в таких кланах родинных, аулах. Откуда ни возьмись, все соседи начали сбегать. Все соседи начали сходить. Целая толпа мусульман. Целый твой мусульманов. И такая картина, без проповеди. И без глашения. Без специального объяснения. Без какого-то специального объяснения. Все, целая толпа принимает и кается. Принимает Иисуса. Целый твом принимает Иисуса, покутует. Все мусульмане. Все мусульмане. Все, целая толпа. Целый твом. Нельзя было посчитать даже. Навет не дало считать различить. После этого началась первая домашняя группа в Исламбее. Потом началась первая группа домова в Исламбею. Христианская домашняя группа. Христианская группа домова. Тогда я подумал. Тогда помышляем себе. Так может быть я не дурак? Чи может не ясно вставил таким дурнем? Что я молился тогда? За чем молился тоже? Может надо продолжать? Может надо что-то так бы континуировать что? Смотри, как происходит. Але что дея? Попросили, чтобы даже без проповеди, чтобы все каялись. Попросили, чтобы даже без глашения все еще навратали. Там такое движение началось. Там такой рух еще начал. Там наркоманы начали каяться. Наркоманы начали еще навратать. Там просто вообще, там даже там угрожать даже начали. Навет начали грозить. Потому что началось реальное движение. Бо начался реальный рух. После этого я продолжил дальше молиться. Потом дальше молился. Вот. Вы знаете, то, что я увидел также в Писании, что это касается не только одного меня. И видите, в Библии забачиваем, что это дотычит не только мне. В 11 главе Луки написано, что всякий, кто будет просить, будет получать. В 11 разделе Евангелия Лука 6 написано, что каждый, кто будет просить, будет тоже отримывать. Всякий. Каждый. Всякий. Каждый. Всякий. Каждый. Всякий. Каждый. Всякий, кто будет просить. Каждый, кто будет просить. Никто не сможет оправдаться перед Господом. Никто не будет мог себя справедливить перед Богом. Что я не получил ответ. Что я не отримаю ответ. Там написано «всякий». Там есть написано, что каждый. И я вам говорю, просите. Я вам говорю, проще. Иисус сказал, я говорю, я приказываю, просите. Иисус сказал, я говорю, наказываю, проще. Даже если у друга нету хлеба. Навіть якщо і приятеля твою нема хліба. Проси, і буде дано, скільки просиш. Молися, а зостане дане, іле просиш. Буде хліб. Буде хліб. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, тогда я понял, что нужно продолжать молиться, и мы начали молиться. Ведь тогда зрозумеем, что треба надальше молиться, więc zaczęliśmy się modlić. Бог начал творить чудеса. Бог начал чинить чуда. Уже в 21 год мы также вошли в один город. Miałem 21 lat, weszliśmy do pewnego miasta jako misjonarze. I через несколько месяцев весь город просто был на уши поставлен. I po kilku miesiącach całe miasto po prostu zostało postawione na głowie. Два человека. Dwie osoby, которые начали молиться в одном городе. Które zaczęły się modlić w jednym mieście. Который был оккупирован колдунами и колдуньями, ведьмами. Który był оккупованы przez чародеев и ведьмы. На каждой улице было по три колдуна и ведьмы. На каждой улице было трех чаровников и ведьмы. Город выращивания и продажи наркотиков. Это было место, где ходовано и продавано наркотики. Коррупция. Была коррупция. Все куплено милицией и продается наркотик. Все было куплено через милицию и наркотик был продаван. Один поп на весь город. Był tylko jeden pop, ksiądz, na całe miasto. I tot весь w problemach. I ten też miał, był cały w problemach. Вот, венерические заболевания. Miał różne choroby weneryczne. Да. Вот такой вот город был. Więc to było takie miasto. Вот, i приехали два человека. Przyjechało dwóch ludzi. Через несколько месяцев. По кільку місяцях. Колдуни і ведьми. Чародії і ведьми. Начали продавати свої дома і уїжджати з міста. Почали продавати свої доми і уїжджати з міста. Сатаністи каяться у нас. Інні сатаністи почали навратися у нас. К нам прийшов один із самих сильних колдунів міста. Прийшов до нас один з найпотужніших чародіїв в тому місті. Начал умолять, просити, щоб ми за нього помолились. І почав просити нас, благати, щоб ми за нього помолили. Тому що в Австралії. Dlatego, że w Australii... Помехи, говорит. Помехи. Przeszkody były. W duchowym мире помехи. W duchowym świecie są przeszkody. I on думає, що він умре. I myślał, że umrze. Я говорю, ну, конечно, мы здесь как раз вот это время молимся. Mówię, no oczywiście, akurat się modlimy w tym czasie. К нам начали приходить наркоманы. Zaczęli przychodzić do nas narkomani.
Вот представьте себе, двухметровый наркоман, кандидат в мастера спорта. Вообразьте себе, двухметровый наркоман, знакомитый спортовец. Мог мечом убить человека. Мог пилкой забить человека. Вот, его боялся весь город. Далось его целое место. Никто из наркоманов с ним не связывались. Никто из наркоманов не хотел с ним вязать. И он пришел к нам. Пришел до нас. И мы за него начали молиться. Зачались мы еще за него молить. Когда мы начали за него молиться, в нем начали проявляться бесы. Когда зачались мы еще о него молить, начали манифестоваться в нем демоны. Он начал вскакивать и переворачивать стол с посудой. Начал так подскакивать и выворачивать целый стол с наченями. И орать не своими голосами. И кричать в небо голосы. И там такое началось. Мы когда увидели, мы на то время еще Библии, книжек не читали, вот таких про Лестера Самрала или Смит Вигглесворта. Тогда, когда еще навручились, мы еще не читали таких разных книжек, например, Лестера Самрала или Смита Вигглесворта. Я на то время еще полностью Новый Завет не прочитал. Тогда еще целковичи даже Нового Тестамента не прочитали. Но вот молиться мы начали. Але молиться начались. И молились, ну, так, серьезно. И молились мы еще так на серьез. По пару часов в сутки спали. Спались мы по несколько годин на добе. У меня под кроватью был тазик, в котором купаются в селах, в деревнях. Под ушком я имею такую медницу, где еще компе в разных вщах. Нам никак не хотелось спать, то я вытаскивал тазик с под кровати. Не хотел нам еще спать, и вытягивал то медницу. И начинало так бить. И начинаем так в него валить. И вот так вот всю ночь просто как в джунглях Африки и Амазонки просто. И целую ночь так, как в джунгли в Африке, або в Амазонке. Помазание вот такое вот. Так и было намазание. Дух Святой так сильно пришел в то место. Дух Святой так мощно пришел на то место. Каждый день начали происходить чудеса. Каждого дня начали делаться чуда. Приходили наркоманы. Приходили наркомании. С одного раза молишься за человека. Раз молишься человека. Его трусит, трясет, он кричит. Он больше никогда не колется, не курит и не пьет, и начинает служить Богу. Уже więcej не бежит наркотиков, не пьет, не палит, начинает служить Богу. Без реабилитации. Без жадной реабилитации. Такой огонь сходил. Так и огонь сходил. Такая сила. Такая мощь. Что с одной молитвы больше никогда не пил, не курил и не кололся. Же по одной молитве. С одной молитвы. Уж не пил, не палил. Огонь. Не палил, это был огонь. Огонь Духа Святого. Духа Святого. Слепые прозревать, глухие слышать. Слепые начали видеть, глухие слышать. Зубы корневые у пожилых людей вырастать начали. У старших людей зубы начинали вырастать. Кости выравниваться начали. Начали выравниваться кости. Чудеса и знамения. Чудеса и знаки. Через младенцев духовных. Через духовное немовленца. Вы знаете, когда посъезжались некоторые пастыря и учители библейских институтов? Видите, когда посъезжали еще разные пасторы и научители из школ библейных? Они нам сказали, ребята. Поведели нам, слушайте. Вы какие-то духовные сферы залезли? Вы стащи. Куда-то вы так залезли в дух? Так вышли еще в духа? Вы или заедете куда-то? Где-то вообще заедете далеко? Или к Богу приблизитесь? До Бога приблизитесь. Вы вошли в духовные глубокие потоки. Вошли еще в глубокие потоки духа. Как вы это делаете? Как то робите? Весь город. Целое место. Без средств информации. Без рекламы. Жадных информаций, без рекламы. Говорит о нас. Мовило о нас. В парикмахерских. У фризера. На базарах. На базарах. В магазинах. В разных склепах. Тема «Поговорить о нас». Тематом была «Розмова о нас». Там бесов изгоняют, говорят. Там выгоняют демонов. Там говорят. Кричат. Там кричат. Там больные исцеляются. Там хожие со что-то удравяне. Непонятное Což там происходит. Что-то незразумелого еще дяя. До такого смешного доходит, что человек идет мимо собрания. Было так смешно, что человек, например, приходил около споткания. И его парализовывают. И начинал его парализовать. И он не может идти ни вперед, ни назад. Не мог идти ни до преду, ни до тилу. Ни в бок. А ни в бок. И только одним боком может зайти на собрание. И только боком мог войти на набожество. И знаете, что говорит? И вече что сидел? Помолитесь за меня. Мови, помолитесь еще о мне. Парализовало, не могу ни вперед, ни назад. Парализовало вот меня, не могу ни вперед, ни назад. Только боком вот так в вашу дверь зашел. Только так боком. Кто вы такие здесь? Чем вы тут занимаетесь? Чем занимаешься? Заходи, присаживайся, сейчас мы за тебя помолимся. Мови, хочу, усядь, зараз еще помолимся о тебе. Слушайте, ну до смешного начало доходить. Слушайте, но уж начало быть смешнее даже. Мы начали видеть, как действительно Дух Святой даже без служения рук
человеческих изгоняет бесов. Зачем мы видим, как Дух Святой, даже без накладания рук людских, начинал выгонять демоны? Духа Святого даже начали видеть, как силуэт облака. Зачали даже видеть Духа Святого, как облак в силуэте такой. Даже не нужно было подходить, если были наркоманы или алкоголики. Даже не нужно было подходить, если были какие-то наркоманы или алкоголики. Без молитвы начали из них выходить бесы. То без молитвы начали из них выходить демоны. Нам даже начало быть завидно, а почему не я руки возлагаю? Зачалишь мы даже так зазрощить, ой, а зачем то не есть, как я заложу? То через меня Господь должен действовать. То через меня Бог должен делать. Без меня и без никого сам Господь пришел. Ани без меня, ани без кого-колве. Мы увидели, что от человека вообще ничего не зависит. Зобачилишь мы, чтобы от человека ничего не зависит. Дух Святой приходит и начинает ходить сам. Дух Святой приходит и начинает ходить сам. И действовать. И делать. Исцелять, изгонять бесов. Уздравлять, выгонять демоны. Мы увидели это своими глазами. Забачились мы то на свои очи. В 21 год это произошло со мной. То, что делал, как минимум 21 раз. Вы знаете, это оставляет глубокие отпечатки и ожоги на всю жизнь. Видите, это заставляет глубокие отчиски в жизни. И в моей жизни, и всех, кто вокруг. И в моем жизни, и всех тех, кто же со вокруг. Мы увидели, что не зависит это от человека, зависит от Бога. Забачились мы, что не зависит от человека, от Бога. И не вопрос избранности, особенности. И то не ходит о какое-то специальное выбрание або шагульность. Или кто-то здесь особенный, а кто-то не особенный. Кто-то есть шагульный, а кто-то иной уж не. Может быть, я меньше кого-то из вас здесь верю в Бога. Можливо, что вежа в Бога, а если мне еще от которого из вас тут. Может быть, я меньше кого-то здесь избранный, чем кто-то здесь. Можливо, что если мне выбранный от кого-то, что тут есть. Вопрос, что всякий, кто будет просить, будет получать. Ходит о то, что каждый, кто будет просить, будет тоже отшимывать. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот. И тогда мы увидели действительно движение Духа Святого. И тогда действительно забачилишмы порушение Духа Святого. Вы знаете, мы также увидели, что нужно делать особые молитвы. Молитвы цепочки, суточные молитвы. Видите, забачилишмы, что даже треба молиться в способ шагульный, такие молитвы целодобовые. Я увидел, когда мы начали делать суточные молитвы, когда зачалишмы ее робить, как поднимаются лидеры и служители. Забачилим, как зачали быть взбуздание лидеры и услугуемцы. Я теперь понимаю Иисуса. Тарас разумеем Иисуса. Который сказал, молите господина жатвы. Который поведел, молитесь до пана жнива. Чтобы выслал делателей. А выправил работников. Откуда берутся служители? Скот, власне, еще берут услугуемцы. Из молитвы. Из молитвы. Нужно делать молитвы. Треба робить молитвы. В течение одного года. В чём року? Было организовано 5 реабилитационных центров. Зостало зорганизованих 5 центров реабилитационных. В том городе, откуда мы начали тогда. В месте, от которого зачавдишме. За 5 лет. В чём 5 лет. Было засаждено буквально все крупные города Украины церквями и реабилитационными центрами за 5 лет. Все дуже места Украины zostały usypane wręcz kościołami i ośrodkami rehabilitacyjnymi. Весь юг Украины. Całe południe Ukrainy. Это городов 10. 10 miast. И до Киева, до Белоруссии аж. До Киева и до Белоруссии. Церкви и реабилитационные центры. Kościoły i ośrodki rehabilitacyjne. Из ничего. Z niczego. Без денег. Без pieniędzy. Денег даже не было мешок цементом купить. За te pieniądze nie można było nawet kupić worku cementu. Некоторые думают, что нужно много денег, тогда служение буду делать. Niektórzy myślą, że trzeba dużo pieniędzy, wtedy dopiero można służbę rozpoczynać. Это ерунда вообще. Ale to bzdura. Нужно молиться. Trzeba się modlić. Из молитвы происходит все, из ничего. Z modlitwy wynika wszystko, z niczego. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот. И тогда я случайно попал в город Смело. Вtedy przypadkiem trafiłem do miasta Smело. Это географический центр Украины. To jest geograficzny centrum Ukrainy. Я вообще всегда мечтал куда-то попасть. Zresztą zawsze marzyłem gdzieś trafić. Чтобы начать. Żeby zacząć. Конкретно. Konkretnie. Я случайно попал в Смело. Więc tak się trafiło, że trafiłem do Smiela. Нас в Смеле было это 2000 Седьмой год. То был рок 2007. 4 человека. 4 особи были тогда нас. И я сказал им. Поведал. Слушайте, у нас нет ничего. Послушайте, не мамы ничего. Мы только можем начать молиться. Можем я только начать себе попросту молить. Я не знаю, я пробовал максимум сам молиться 6 часов без остановки. Пробовал молиться без перерыва 6 часов.
Ну, было сильно. Было мощно. Дух Святой приходил. Приходил Дух Святой. Я его видел. Видел его. Но я думаю, что мы будем молиться 5, 10, 20 часов без остановки. Но мышлаем, что будем еще молиться 5, 10, 20 часов без перерыва. Я понимаю, что это страшновато. Вем, что это достаточно прораживающе. Но у нас выбора нет. Но не мамы выбору. У нас нету денег. Не мамы пенензы. У нас нет возможности. Не мамы возможности. А веры у нас очень много. Але зато веры мамы бардзо дужо. Потому что и опыт есть прошлого. Бо мамы тоже досвідчення з прошлості. И мы начали молиться. Зачались мы ще молитись. Мы начали сначала 12 часов без остановки. Найперв 12 годин без перерыва. Так переглянулись перед молитвой. Так ще прижались мы перед молитвой. Ну как думаешь, выдержим? Ну як мислиш, витримаме? Та, нам терять нечего, поехали, ж будет, то будет. Не маме ні до страцання, зачинаме, що буде? 12 часов без нон-стоп. 12 годин без перерыва. Макара, мака, Господь благослови Боже, нас. Боже, благослов нас. Прийди, Дух Святой. Шесть Духу Святого. Прийди, Дух Святой. Шесть Духу Святого. На 9 час. 9 година. Как пришел Бог. В 9 године пришел Бог. И открыл покаяние. И объявил нам покута. Покаяние, которое не просто покаяние, открыл, что нам нужно со слезами на коленях каяться и умолять Бога о милости. Не только покута, но показал нам, что повинніśmy за узами на коленах каяться и просить Бога о милосердии. Он открыл, как рентген, наше духовное состояние. Як рентген, показал нам наш духовный стан. Никто из нас не делал специальных грехов. Жаден из нас не чинил каких-то специальных грехов. Все вроде ж праведники. Мы были справедливы. Все нормально, святые. Всё нормально, święci. Когда Бог открыл покаяние, когда Бог объявил нам покута, мы начали рыдать и плакать, умолять Его о милости. Зачались мы шлохать, плакать и просить Его милосердия. Чтобы все изменилось. Чтобы все изменило. Когда это открыло покаяние аж на до сегодняшнего дня. Когда это стало нам объявлено, то объявило покуту аж до сегодняшнего дня. Поэтому я думаю, для того, чтобы начинать молиться, нужно начинать с покаяния. Для того, мысли, что, чтобы начать молиться, нужно начинать от покуты. Как вроде бы первый раз в жизни. Как бы первый раз в жизни. Даже если 10 или 20 лет верующий. Даже если мы 10 или 20 лет верующие. Обратиться к Господу. Звучить до Пана. Кстати, это единственный важный дар, который у Израиля. То есть единственный важный дар, который имеет Израиль. Обращение и покаяние. Навруцание и покута. И всех, кто являют себя частью Израиля. И всех, кто же стал частью Израиля. Тоже есть этот дар. Они все тоже имеют этот дар. Обращаться к Господу. Зврататься, наврататься до Пана. Каяться. Каяться, покутовать. Аллилуйя. Вы знаете, тогда мы начали молиться потом 20 часов. Вече, зачались мы молиться потом 20 годин. Когда мы молились сутки, когда молились мы еще целую добу, на 17 час, вот без остановки, если ты молишься, в 17 године, когда молишься так без перерыва, все изменяет. Всё все изменя. И все начинаешь видеть в другом свете. И всё начинаешь видеть в ином свете. Когда ты молишься часов 10 или 20, когда молишься 10 или 20 годин, ты даже видеть все начинаешь в другом свете. Начинаешь навет всё иначе видеть. Такое впечатление, как вроде бы через тебя Дух Святой уже начинает смотреть. Есть такое выражение, как бы через тебя Дух Святой начал смотреть. Но это невозможно передать. То есть невозможно до переказания. Это только нужно пробовать. То нужно просто спробовать. Вы знаете, никакой бес не выдерживает. Видите, жаден дьявол, демон не вытримует. Если ты начинаешь молиться хотя бы часов 10-20, если начинаешь молиться хотя бы 10-20 годин, дьявола это начнет сильно раздражать. Дьявола начнет это направда мощно донервовать. Очень нервовать его будет. Очень. Бардзо будет нервовый. У кого-то, если есть, допустим, проблемы с похотью, заложим, если кто-то имеет проблемы с пожадливостью, с гордостью, с пыхой, с ложью, с кламством, допустим, с осуждением, с потемпением, осуждением, с обидой, с образом. Некоторые даже не верят, что они в обиде ходят. Некоторые даже не верят в то, что в уразе ходят. Они не верят, что они осуждают духовную власть. Не верят, что осуждают духовную власть. Они считают, что это они просто рассуждают. Они мыслят, что просто себе так размышляют.
Они рассуждают о проходе служения, как ведется служение. Размышляю о том, как набожение проведено. Как правильно или неправильно ведется церковь. Чи властиве, чи не властиве проведено кошель. Хорошее или плохое прославление. Чи добре, а чи злое увельбение. Слушай, а ну давай часов 10-20 помолимся. Слушай, хочешь помолимся 10-20 годин. Вот через 20 часов посмотрим, как ты заговоришь. По 20 годинах забачимо, что будешь говорить. Павел интересно говорил, когда приду, испытаю не слова, а сил. Павел цікаво мовив, що коли прийде, випробує не слова, а моц. Человек, который начинает молиться долго, человек, который начинает молиться долго, даже если он не верит, что он в обиде или в проблеме, или в осуждении, или в каких-то похотях, в грехах, навіть якщо не віриш, що є в уразі, в потемпенні, в пожонданні або в якихось інших грехах, він побачить це дуже явно. Побачить це дуже виразно. Це може відкрити покаяння. Може то показати йому покута. Даже это не только он увидит. Что навіть не только он то побачить. Но его круг, ближние тоже увидят. Его близкие теж. Потому что люди, которые начинают молиться. Для того, что люди, которые начинают молиться. Церкви, которые начинают молиться. Кощу, который начинает молиться. Дьявол не имеет места и власти и дела в этом месте. Дьявол не имеет места, власти и вообще права до того в этом месте. Я увидел, как наши люди начинают исцеляться. Забачим, как наши люди начали быть уздравяни. После таких молитв. По таких молитвах. Дьявол уходит. Дьявол отходит от таких людей, от которые таких начинают людей, молиться. Которые начинают молиться. Проблемы, похоть. Проблемы, пожелания. Ложь. Кламство. Обиды. Уразы. Гордость, которую трудно увидеть. Пыха, которую трудно забачить. Открывается покаяние. Застаю объявлена покута, навруцение. Покаяние. Покута. Потому что обращение к Богу это и есть покаяние. Для того, что звручение еще до Бога есть właśnie покутов. Аллилуйя. Аллилуйя. Более того. Что więcej? То есть вы знаете, да, что такое подводные течения, подводные змеи? Видите, за то есть такие подводные нурты, разные подводные венжи. Переговоры, вот, да я про того давай поговорим. Такие разговоры, но вот хоть поразмовляем о том. Смотри, какой там сидит. Ну, собачек, он там сидит. Брат наш. Такий брат наш. А сестра, ты знаешь про ту сестру? А веришь, что еще ты сестра? А вот пастор как-то не поздоровался, смотри. А пастор, забачь, не привитался. И вот подводные движения. И так и подводные рухи. И мертвые с косами стоят. И все эти смертельницы тримают косы. В том месте. В том месте. Где начинается молитва. Где начинается молитва. Начинает исцеляться тело Христово. Начинает быть уздравлено тело Христуса. Я говорю это натурально, еще раз повторяю. У кого есть в этом проблемы? Мовлю это натурально. Еще раз повторю, если кто-то имеет с этим проблем. Те, кому трудно в церкви сидеть. Чьи, которым трудно сидеть в костеле. Те, кто хотят уйти из церкви. Чьи, кто же хотел отойти из костела. Может, кто-то хочет покончить жизнь самоубийством. Может, кто-то хочет скончить жизнь самоубийством. Может, кто-то еще кого-то хочет убить вообще. Может, кто-то хочет кого-то вообще забить. Может, у кого-то проблемы с интернетом, с порнографией. А может, кто-то имеет проблемы с интернетом, с порнографией. Может, у кого-то проблемы с молитвой. Может, кто-то имеет проблемы с молитвой. Пора начинать молиться. Начать час, чтобы начать молиться. Вы знаете, однажды к одному пастору, китайцу. Еще когда-то пошел до певного пастора, хинчика. Подошла сестра китаянка. Подошла до него сестра хинка. Вы знаете, они не только узкоглазые, они еще и говорят так: ася-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 
толковать всякому. Ну и она ему вот таким стилем объясняет: пастырь, пастырь, все так плохо в жизни. И начала вообще в том стиле вот так ему выяснять: пастырь, все так плохо в жизни. Асика-масика, на работе плохо. В праце жила. Асика-масика, дома плохо. В дому жила. С мужем, сика-масика, плохо. С мужем тоже жила.
Вот. С детьми, Симо, Косимо, тоже плохо. С детьми тоже, да. Вот тут внутри Симо, Косимо, тоже плохо. В środku тоже есть, да. Везде все плохо. Wszędzie jest wszystko źle. Вы знаете, иногда пастырей ставят в тупик. Wiecie, czasem pastorzy są w ślepej uliczce. Теперь мне, как пастырю, нужно что-то помочь как-то. Teraz mi jako pastorowi trzeba jakoś pomóc. А если я сейчас не помогу, то я уже виноват. Jeżeli ja nie pomogę, to ja jestem winny wtedy, że tobie jest źle. И мудрый пастор китаец. Мудрый пастор хинчик. Посидел, подумал. Посидел и помышлял. Посмотрел на сестру. Попадшу на сестра. И говорит ей. И мови ей. Молиться надо, сестра, будет холосо. Молись, сестра, будет хорошо. Ну, если бы говорили на русском языке, вы бы громче смеялись. Если бы вы говорили по-русски, то громче бы вы смеялись. Для нас это очень смешно. Для нас это очень смешно. То такое мовение. Молиться надо, сестра. Холосо будет. Все будет холосо. Молись, сестра. Все будет хорошо. Все будет добре. Все будет хорошо. Добре. Все будет добре. Да. Так. Так, хорошо. Значит, начали продолжать также молиться. Więc dalej modliliśmy się. Честно сказать, допустим, тяжело ли молиться или легко? Трудно jest się modlić, czy łatwo? Очень тяжело. Bardzo ciężko jest. Чтобы сравнить, ну, наверное, тяжелее, чем вагоны с мешками разгружать. No, można porównać, że na pewno jest to ciężej niż rozwozić różne wagony z workami. Такое впечатление, вроде бы бесполезная работа. Takie wrażenie, jakby to w ogóle do niczego nie było przydatne, jakby nic się nie działo. I roboty больше, чем ответа. I pracy jest więcej niż odpowiedzi. Особенно когда много молишься, ответов никаких нету. Kiedy zwłaszcza dużo się modlisz, to nie ma żadnych odpowiedzi. Хочется плюнуть и не молиться. Chce się aż splunąć i przestać się modlić. Все равно ответа нету. No odpowiedzi i tak nie ma. На что нам молиться? To po co się modlić? Вот если есть деньги. Jeżeli są pieniądze. Пришел в магазин. To przyszedłem do sklepu. И купил колбасы. I kupiłem kiełbasy trochę. Кто любит сосиски, можно сосиски купить. A kto chce makaron, może też makaron. Так это реально. To jest realne. А тут пришел, молишься, ба-ба-ба-ба-ба-ба. A tutaj modlisz się, ba-ba-ba. Ни колбасы, ни сосисок. Nie masz ani kiełbasy, ani makaronu. Фу, так что ты мне тогда молиться? No po co się modlić? Пошел в аптеку, в магазин. Szedłem do apteki, do sklepu. И все нормально. Wszystko normalnie. Там реально все. Там wszystko takie rzeczywiste. Это духовный мир, пусть туда лезут эти сумасшедшие. А то есть духовный свят, niech tam idą ci zwariowani. Мы к вам приехали на час. Przyjechaliśmy do was na godzinę, ci zaśpiewali. И начинаются проблемы. No i zaczynają się problemy. Вот, поэтому, конечно же, когда мы начали молиться и работать, пахать. Dlatego, kiedy zaczęliśmy się modlić i pracować, na 30-czasowej modlitwie. Na 30-godzinnej modlitwie. Начали чудеса. Zaczęły się cuda. То, что произошло, это произошло исцеление от СПИДа, от ВИЧа. Miało miejsce uzdrowienie z AIDS. Брат, который получил диагноз СПИД-ВИЧ, и он ходил на группы специальные, ну, психологом. Брат, który otrzymał diagnozę AIDS i chodził na specjalne grupy z psychologiem. И уже подумывал о терапии, о лекарствах от СПИДа. Myślał o terapii, o różnych lekarstwach na AIDS. Вот, вдруг на этой молитве пришло откровение. На этой молитве нагле пришло певное объявление. А что, если Бог тебя исцелил? Ну, а что, если Бог тебя уздоровил? Какая-то радость внутри появилась, как откровение. Якась такая радость, объявление появилось. И он сдал анализ с крови. И он имел потом анализ крови. И приходит результат, нету СПИДа. И пришел веник, нема AIDS. Врачам говорит, давайте справки. Лекарь говорит, хочешь, сходим. А, не, не выдадим, не дадим. Не, мови, не выдадут. Они с друг другом переговорились, как, у него же диагноз СПИД, как это у него нет. А ну пересдавай еще раз под паспорт, под документы. Мовили, ну, он przecież miał диагнозу AIDS, ну то давай, еще раз, zobaczymy с паспортом, с документами. Ну, давай, пожалуйста, сдает, ну, еще раз. Нету ВИЧа, нету СПИДа. Нема AIDS. Полностью. Nic. Полностью исцелен. Badanie wykazało, że nie ma. Jest całkowicie uzdrowiony. Слушайте, и начались вот такие вот чудеса. No i zaczęły się takie cuda. Вы знаете, уже с 2000 года. Wiecie, od roku 2000.
17 человек, 17 особ, которые, у которых был диагноз по ВИЧ отменен, документально подтвержден. 17 особ удокументовано, что имели диагноз AIDS, но попросту została она знесена, потому что еще не было. Это документально, я не говорю как-то верой там, или документ. Еще как-то кто-то провозгласил. Это я говорю то, что заверено документально врачами. Не говорю, что это через веру, что кто-то там это оглашал, но это стало просто удокументовано через лекарей. Когда мы начали молиться посвященными молитвами, когда начали молиться посвященными молитвами, не нужно было даже особенно молиться за людей за какие-то исцеления. Не нужно было даже так особенно молиться о людях, о каких-то выздоровлениях. Я помню, когда подошла одна сестра, она сказала, что она жена начальника уголовного розыска. Помню, как подошла до меня певна кобета, сказала, что она жена шефа пошукивания карного. И она сказала, у меня опухоль, рак. Powiedziała mam nowotwór, raka. Все больницы подтвердили. Wszystkie szpitale to potwierdziły. Два города. W dwóch miastach. И я сейчас иду на операцию. I idę teraz na operację. И я просто после, прямо после молитвы, вот так говорю. Отмена приговора. Mówię, o tak, odchodzi to. Никакой специальной молитвы. Bez żadnej jakiejś specjalnej modlitwy. Ничего. Bez niczego. Она приходит на операцию. Она приходит на операцию. А врачи говорят, а у вас все, ничего нету. А лекарь говорит, там ничего нет. Исцеление зрения до такой степени происходило. Уздоровление взроку имело место до такого степня. Что люди читали самый мелкий шрифт. Что люди читали потом наидробнейшую шрифтенку. Я даже переживал, как сейчас человек будет свидетельствовать. Берет самый мелкий шрифт. Мартвием себе даже, как человек будет сейчас свидетельствовать, он берет наидробнейшую шрифтенку. Глухие уши, не просто глухие, а мертвый слух, то есть умерли уши вообще, слуховой аппарат, мертвый полностью, врачами задокументировано. Полное исцеление, ожил слуховой аппарат и слышит человек. Лекарь даже удокументовали то, что освидетельствовано врачами. Были уши, которые были глухие, что то не только глухие, они были просто мертвые, аппарат слуховый, что просто были уздоровлены. Женщина, у которой вместо зубов все протезы. Кобета, у которой замест зембов у горы и у долу были протезы. Все зубы полностью, вместо протезы как свидетельство остались. Зостали только протезы как свидетельство, потому что все зембы выросли. Все зубы выросли. Все, вообще все. Все. Слушайте, не просто чудеса, а феномен чудеса начали происходить. Послушайте, это не только чудо, то есть феномен чудов. Некоторые спрашивают, ну как это, неужели воскрешение мертвых? Как это так вообще? Ну, да может быть как-то это, ну не совсем воскрешение. Слушайте, сейчас минимум человек 10, которые готовы свидетельствовать о себе. Не просто это где-то кто-то, про кого-то. Они сами за себя готовы говорить. Слушайте, ну и люди могут говорить, ну, о, воскрешение из мертвых, какие там, может это не было вцеле воскрешение. Но так направда, сейчас, принаймні 10 особ может сами о себе свидетельствовать, что зостали воскрешены. Потому что около 10, это те, которые сейчас в миру, где-то и ушли, это те, которые не могут, еще среди нас нету. Я говорю за 10, которые сейчас есть. Потому что... Ну, я не говорю сейчас о тех, которые там где-то в свете, где-то отошли. Я говорю о тех, которые среди нас. Приехали к нам гости за границей, чтобы увидеть это все. Приехали до нас гости за границей, чтобы это все увидеть. И начали считать эти свидетельства этих людей. Начали подлечать эти свидетельства. И я даже настолько не насчитывал. Они насчитали минимум 10. Я даже тогда не вылечил, а они минимум 10. Я знаю, что 11-12 могут, которые свидетельствуют. Вем, что свидетельствовать может 11-12. Если подтверждение этим воскрешением? Чи есть подтверждение этих воскрешений? Потому что часть из них это клинические смерти. Бо часть из них это были смерти клиничные. То есть это полная остановка дыхания и сердца. Więc całkowite zatrzymanie oddechu i akcji serca. Часть из этих людей, которых уже освидетельствовали как мертвых? Часть тех людей, которые уже у которых подтверждено сгон? То есть человек, допустим, умирает от нескольких болезней. Więc załóżmy, człowiek umiera z powodu kilku chorób. И ему пишут все, диагноз мертвый, справка. Выписано ему уже засвідчення, что умер. Вызывают родных. Вызывают близких. Человек умер. Że człowiek umarł. Завозят в морг. Jest zawożony, а человек воскрешает из мертвых. И нагле повстає з мертвих. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Розумієте, о чем мовлю? Или, допустим, авария. Або, наприклад, є випадок.
Дорожное происшествие. Випадок дорогове. Крышу в машине снесло. Цілковиче został zerwany dach w samochodzie. На переднем сиденье молодая девушка, 30 лет. На переднем сиденье молодая кобета, 30-летняя. Когда мы остановились, мы ехали с собрания. Kiedy zatrzymaliśmy się, jechaliśmy ze spotkania. Посмотрели там из машины вот так все, консервная банка просто. И zobaczyliśmy там z tego samochodu wyglądało jakby słoik z konserwami. И говорят, что все, там уже труп, не подходите. Że to koniec, to już trup, nie należy podchodzić. Я говорю, подождите, подождите. А я mówię, poczekajcie chwileczkę. Подходим, а там действительно кусок мяса под торпедой машины лежит. Подходимо, а там дословно кавалок мяса лежит под самоходом. У девушки разорвано горло. Кобета ма разорвано горло. И разорван череп. И чашка. Вот. И она не дышит, белого цвета, и глаза не реагируют. То она есть полностью. Не отдыха, есть цела бела, и ее очи не реагуют. Все в крови. Ведь все есть в крови. Люди вот так вокруг ходят. Люди так доколо ходят. А мы, нас было несколько человек, начинаем кричать на языках при всех людях. Нас было несколько особ. Ракамашикабрама. Говорю, что вы стоите, разжимайте железо. Начинаем разрывать железо. Мовим, что вы выгибать. Стоите, мужчины, то просто то железство отгнать. Вытаскивать этот кусок мяса. Вытягнуть этот кавалок мяса. И молиться. И молиться. И она начала дышать. И она начала отдыхать. Более того, успела приехать скорая помощь. Что więcej, здожила приехать поготовье. И мы проследили и пошли в больницу. Zobaczyliśmy и пошли до шпитала. Она не только осталась жить, она осталась жива полностью вообще. Она не только трохи жила, она попросту цілковиче została ожив'яна и жила далее. Это та, которая не дышала уже все полностью белого цвета. Нет. Павел сказал. Павел сказал, если нету воскресения из мертвых, если нема змертвихвстання, то вера наша тщетна. То вера наша есть напружена. Значит, зря мы здесь все собрались. Чи даремно ще тут все споткались. Значит, Иисус тоже не воскрес. Чи же Иисус теж не змертвихвстав. Значит, мы еще в наших грехах. Чи же надо єстешми в своїх грехах. Но Павел утверждает, что воскрешение из мертвых есть. Ale Paweł mówi, że zmartwychwstanie jest. Бог воскрешает мертвецов. Бог воскреша умерлых. Бог воскрешает из мертвых. Бог воскреша умерлых. По всей земле. На целой земле. В Польше. В Польше. В Украине. На Украине. В Европе. В Европе. Европу. 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 Европа. Из мертвых. Из мертвых. Аминь. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебя и меня. Тебе и мне. Иначе зря мы здесь собрались. В противном случае напружно, что мы здесь собрались. Бог чудеса творит. Бог чинит чудо. Бог отвечает на молитвы. Отповяда на молитвы. Бог отвечает на молитвы. Бог отповяда на молитвы. Иисус сказал, я вам говорю, просите, и дано будет вам. Иисус сказал, проще, а будет вам дано. Поэтому мы будем просить. Dlatego będziemy prosić. Аллилуйя. Аллилуйя. Но кто захочет, потом может подойти еще. Кто потом захочет, będzie мог подойти. Специально посмотреть эти документы. Чтобы специально посмотреть на те разные документы. Вот, потому что есть справки сейчас последние. Są ostatnie zaświadczenia. Вот, сестра тоже от рака злокачественной опухоли полностью исцелена. Pewna siostra została uzdrowiona z raka złośliwego. Один человек, который лежал в кровати, умирал от туберкулеза и СПИДа. Pewien człowiek leżał w łóżku, umierał z powodu gruźlicy i AIDS. I u niego już stopień SPIDa była taka, że już wszystko, trup. Miał taki stopień AIDS, że to już koniec był, już był trupem. Tam skazali 20, или 30, или 40 CD-klietek. Jest medrobotniki w ogóle, tu кто-то понимает, o czym ja mówię. 20 или 30 CD-klietek. Powiedzieli 20-30 komórek. Stopień SPIDa. То есть позже AIDS. Последняя стадия. Последняя стадия. Слушайте, молятся за него. Молился о него. Это последнее исцеление СПИДа, которое произошло недавно. То последнее выздоровление, которое имело место недавно. Он пересдает анализы. Он снова имел бадание. И приходят анализы, что нету СПИДа. И выник выказывает, что нема AIDS. Врачи не верят, пересдают еще степень иммунологии, CD-клетки. Лекарі не вірять, ще справляють ступені імунології. 600 клеток. Показують 600 клеток. І нету СПІДа. Нема AIDS.
Врачи не верят. Лекарь не верил. И передают в Киев анализы, сдают кровь обратно. Присылают до Киева анализы. Приходят результаты. Нету СПИДа. Приходят и тысячу с чем-то клеток. Нема AIDS и тысяч комурок. Даже сами врачи начинают уже славить Бога, не понимают, что же это происходит. Даже сами лекарь начали хвалить Бога, не разумеют, что же дея. Слушайте, Бог мертвых исцелял и прокаженных исцелял. Послушайте, Бог уздравил мертвых и трендоватых. Бог от греха избавлял и избавляет. Увольнял от греху, надал то роби. Вопрос независимо ни от чего, нужно молиться. Więc без взгляду на все, треба się modlić. Хорошо, перед тем, как мы сейчас будем молиться. Zanim za chwilę będziemy się modlić. Потому что время, я так понимаю, да? Bo czas się kończy, tak jak rozumiem. Самое важное, что я хочу сказать. Najważniejsze, co chciałbym powiedzieć. У кого есть уши, пусть слышит. Кто ma уши, niechaj słucha. Две вещи. Две rzeczy. Самое главное в нашей жизни. Są najważniejsze w naszym życiu. Вера в Бога. Вера в Бога. Без которой невозможно угодить Богу. Без которой не можно подобать себе Богу. Да? Серьезно? 11 глава Евреев. 11 раздел листу до Хабрейчаку. 6 стих. 6 верс. Без веры невозможно угодить Богу. Без веры не можно подобать себе Богу. И самое главное. И najważniejsze. Слышать Его голос. Слышать Его голос. 28 глава Второзакония. 28 раздел другой книги Моисеевой. Если будешь слушать голоса Господа Бога твоего. Если будешь слушать голоса Пана Бога своего. Во всех сферах будет благословение. Во всех сферах будет благословенство. Если не будешь слушать. Если не будешь слушать. Во всех сферах будет проклятие. Во всех сферах будет проклятие. Новый Завет. Новый Тестамент. 10 глава Иоанна. 10 раздел Иоанна. Овцы мои слышат голос мой. Овцы мои слушают голос моего. Овцы мои. Овцы мои. Слышат мой голос. Слушают голос моего. И идут за мной. И идут за мной. Они знают мой голос. Не знают моего голоса. И они никогда не погибнут. Никогда не сгинул. Хорошо. Они знают мой голос. Первая заповедь: возлюби Господа и ближнего. Первое приказание: умилуй Бога и ближнего. Но там сначала говорится: Шма Израиль, слушай, слушайся. А там есть написано: Шма Израиль, слухайся. Слухай, слухай Израилю. А потом написано: возлюби Бога и ближнего. А потом есть написано: умилуй Бога и ближнего. Не всякий говорящий мне: Господи, Господи. Не каждый, кто мови до мне: Пане, Пане. Ай-яй-яй. У кого есть уши, пусть это будет записано на сердце. Кто ма уши, нехай то будет записано в сердце. Категорически. Категорично. Все, кто верующие. Все, кто же верующие. Они слышат голос своего Бога. Слышал голос своего Бога. Они слышат голос своего Господа. Слышал голос своего Пана. Они знают Его голос. Знаю Его голос. Они исполняют Его волю. Выполняю Его волю. Как исполнить волю Божью, если не услышишь? Как выполнить волю Божью, если не услышишь? Потому что только те войдут в небеса, кто исполнит Его волю. Бо до неба войдут только те, кто же выполняют Его волю. Категорично. Мовю то категорично. Слышать своего Бога. Слышать своего Бога. И верить в Него. И верить в Него. Теперь. Тарас. Верующие только те. Верующими са только те. Кто слышит своего Бога. Кто же слышал своего Бога. 10 глава Римлянам. 10 раздел листу до Римлян. Потому что вера от слышания. Бо вера есть за слухание. А слышание. А слухание. От ремо. Через ремо. Да, оригинал говорит «ремо». Оригинал говорит «ремо». Вера от слышания. Вера из-за слухания. А слышание. А слухание. «Ремо» — это голос Божий. «Ремо» — то есть голос Божий. Хорошо, а как же нам слышать Бога? Добре, а как мы слышать Бога? А как же нам исполнить волю Его? Как выполнять Его волю?
Так может быть, я не верующий? А может, я там не верующий? А некоторые могут сказать, а я вообще не слышу никакого Бога. А некоторые же могут поверить, а это вогуле не слышу жодного Бога. А некоторые Бога. Скажут, а я постоянно что-то слышу. А некоторые же, а я там часто слышу. Только плодов вот этого никаких только нет. Только нема с того жадных овоцов. Для того, чтобы слышать Бога. Чтобы слышать Бога. Нужно время. И потребный час. 45-й псалом, 11-й стих. 46-й версет, версет 11, раздел, псалм, версет 11. Остановитесь. Затримайтесь. На путях ваших. На дорогах ваших. Для того, чтобы услышать Бога. Чтобы услышать Бога. Нужно остановиться. Треба się zatrzymać. Время. Час. Я это говорю сейчас не от услышанных проповедей. Не mówię tego teraz z usłyszanych kazań. А от личного откровения. A z osobistego objawienia. Роскошь. Роскошь. В Европе знают, что такое роскошь? В Европе ведал, что это есть. Роскошь. Роскошь. В Европе знают, что такое роскошь? В Европе ведал. Ну и не только деньги. Все, не только пенянзе. Все, что связано с пенянзами. Так вот, время... Więc час... Это роскошь. То роскошь. Которую не могут себе позволить купить... Której nie da się, nie można sobie pozwolić kupić. Даже некоторые, кто обладают временем. Nawet ci, którzy mają czas, posiadają go. Это роскошь. To rozkosz. Luksus. Вы знаете, есть люди, которые умеют владеть временем. Wiecie, są ludzie, którzy umieją rządzić, zarządzać czasem. И даже те, у кого есть свободное время. Nawet ci, którzy mają wolny czas. Для них это очень большая роскошь. Для них это великий luksus. Купить время для Бога. Купить час для Бога. И вот поэтому. Dlatego много званых. Wiele powołanych. Но мало избранных. Jest wiele powołanych, ale niewielu wybranych. Время. Час. В котором мы живем. В котором живемy. Есть время остановиться. Jest czas, żeby się zatrzymać. Потому что услышать Бога, bo usłyszeć Boga, это очень дорого стоит. Bardzo dużo kosztuje. Ci, kto usłyszy Boga, ci, którzy słyszą Boga, становятся верующими. Stają się wierzącymi. Эй. Hej. Верующими становятся. Stają się wierzącymi. Уже невозможно доказать ничего. Już nie da się niczego udowodnić. Ja лично встретился z Bogiem. Sam osobiście spotkałem się z Bogiem. Ja лично Jego słyszał. Osobiście Go słyszałem. Nie za propowiedzi. Nie z kazań. Nie za cuda, które świadectwo nie słyszał. Nie z powodu świadectwa cudu. Nie za sprawak. Nie z powodu jakichś zaświadczeń. Ja Boga лично z Nim rozmawiałem. Ja osobiście rozmawiałem ja z Bogiem. Ja znam Jego лично. Znam Go osobiście. Отношения z Bogiem. Relacja z Bogiem. Определяются не каждодневными молитвами по утрам или вечерам. Nie jest określana przez modlitwy codzienne rankiem czy wieczorem. Или постоянством молитвы. Albo ciągłością modlitwy. Отношения с Богом определяются не то, что ты ему говоришь, а слышишь ли ты его. Не то, что ты даже до него говоришь, а ты чего слышишь. У кого есть отношения с Богом? Кто имеет отношения с Богом? Кто каждый день молится? Чи кто каждый день себя молит? Нет. Не. У того, кто слышит его. Тен, кто слышит его. Еще важнее услышать его, чем говорить ему. Jeszcze ważniejszym jest go usłyszeć niż mówić do niego. В миллион раз. Миллион раз. Это началось с Израиля, с Авраама, с Исаака. То się zaczęło od Izaaka, Abrahama, Izaaka. Это началось с наших отцов. Od naszych ojców. Они первые услышали его. Oni pierwsi go usłyszeli. И пошли за ним. И пошли за ним. Невозможно не исполнить волю Божью тех, кто услышит его голос, его волю.
Nie jest możliwe, żeby nie wypełnić woli Bożej dla tych, którzy słyszą Jego głos, Jego wolę. Ono zacznie gореć wnętrzu. To zacznie płonąć we wnętrzu. Niektórzy znajdują w problemach. Niektórzy mają problemy. Upał, wstał. A upadają, wstają. Согрешил, покаялся. Grzeszą, pokutują. Целыми годами согрешил, покаялся. И так целыми рогами, целыми летами грешил и еще навратаю. В церкви руки поднял, аллилуйя, со всеми. В ręce, в kościele поднял ręce ze wszystkimi, аллилуйя. Krzyczy i tańczy. Niektórzy nawet Bogu służyć umudrają. Niektórzy nawet mogą Bogu służyć. Ja mówię to, ponieważ ja sam to wszystko przeszedł. Mówię to sam, bo sam przez to przeszedłem. Nazywa się oborotień. Oborotień. Wurdalak, da. Сегодня верующий, а завтра неверующий. Takie osoby dziś są wierzące, a jutro już niewierzące. Хорошо, проблема серьезная. Problem jest poważny. Ну, у нас вообще серьезные проблемы. В общем, мы поважный проблем. Что ж делать? Что тут робить? Поверьте мне. Уверьте. Те, кто услышит голос Божий. Те, кто же услышал Божий голос. Все, точка. То уж кропка. Все, что нужно. То есть все, что есть потребно. Когда Бог проговорит. Когда Бог промови. Вот то и будет. Так будет тогда. Все. То уж все. Как услышать его? Как его услышать? Нужно время. Есть потребный час. Сколько времени? Иля часов. Может быть час. Можливо, година. Может быть сутки. Можливо, же доба. Может быть трое суток. Можливо, же три добы. Может быть неделя. Может тыдень. Может быть месяц. Або месяц. Может 40 дней. Может 40 дней. Может быть несколько лет. Может несколько лет. Но это стоит того. Але то есть варто того. Кто услышал в своей жизни Бога? Кто услышал Бога в своем жизни? Точка. Ту кропка. Все. То все. Овцы мои слышат голос мой. Овцы, мои овцы слышал, слухают моего голоса. Идут за мной. Идут за мной. Никто их не похитит из руки моей. Никт не вырвет их из моей руки. Благословение во всех сферах. Благословенство во всех дединах. Если будешь слушать глаз Господа Бога твоего. Если будешь слышать голос твоего Бога. Вот поэтому я считаю, что время – это очень большая роскошь. Dlatego uważam, że czas to jest naprawdę Хорошо. Wielki luksus. Я сказал про магнатов времени, да? Dobrze, mówiłem o magnatach czasu, tak? Которые даже не, ну, и они не могут себе позволить уделить такое большое время Богу. Nawet oni nie mogą sobie pozwolić dać tyle czasu Bogu. А теперь поговорим про тех, кто закрыты терниями. A teraz powiemy o tych, суеты. Nad którymi są takie ciernie, krzątaniny. Суета. Krzątanina. Служение. Służba. Работа. Praca. Дети. Дzieci. Жена. Żona. Муж. Mąż. Что еще придумать? Co jeszcze można wymyśleć? Короче, закрыто время. Krótko mówiąc, czas jest zamknięty. Все закрыто. Wszystko zamknięte. А вот для нас. A dla nas. Есть место писания. Jest werset. Кто не оставит дом, землю, жену, детей. Кто не заставит дому, земли, жены, дети? Вот. Будут проблемы. А кто оставит? Тут проблемы. Тут приобретет во 100 раз больше. А кто заставит, отшима 100 раз больше. И в этой жизни. И в том жизни. И жизнь вечную. И заровно в том жизни, как и в жизни вечном. Есть время. Есть час. Где нужно все и всех бросить. Где треба всичко и всіх жучить, заставить. Вы знаете, я много раз пробовал чтобы все расписать и вот чтобы всем угодить и тогда только пойти к Богу. Видите, несколько раз пробовал все так себе расписать, чтобы всем догодить и потом пойти до Бога. Вот сейчас еще нужно Грише уделить время. Ну, чтобы Грише еще посвятить час. А еще служение провести. И еще припроводить на божество. И все. И поеду на трое суток молиться. И поеду на три добы еще молить. А еще Васи, с Васи договорился с Васей. Еще договоримся с Васей. А тут срочно надо еще мама там или папа. А то еще натихмест, чтобы что-то сделать для мамы, таты.
Ну все, вроде со всеми договорился, я пошел. Ага, тут сейчас телевидение едет, нужно еще телевидению время уделить. Ну, всем не бывешь догодивым, но добре, але не, тут зараз еще телевизия, чтобы... Знаете, что я заметил? Видите, что зауважу? Что до конца наших дней... Что до конца наших дней... Эти тернии и суета не отпустят нас к Богу. Это тернии и кшантанина, не отпустит нас никто. Не пущен ни мама, ни папа. Ни мама, ни папа. Ни жена, ни дети. Ни жена, ни дети. Ни служение. Ни служба. Ни работа. Ни праца. Никто никогда. Да. Никогда. И ты сам себя не сможешь. Ты сам себе тоже. Только если бросишь всех и все ради Бога. Только если заставишь всех и все для Бога. Даже если это будет кому-то в обиду. Даже если будет это для кого-то уразу. Есть время, которое принадлежит Богу. Есть час, который належит до Бога. Никогда не получится всем угодить. Никогда не удастся всем догодить. Я понимаю, что максимально можно все решить. Разумеем, что максимально можно все развязать. Приготовить для приготовить, времени. Приготовить. Но все равно не сможешь. Але и так не дашь рады всего сделать. Так устроена наша жизнь. Так и сконструировано наше життя. Посвящение. Посвящение. Можете, кто записывает, записать, что такое посвящение. Кто записывает, может записать, чем есть посвящение. Что такое посвятить жизнь Богу? Чем есть посвятить жизнь Богу? Это иметь возможность. То иметь возможность. Бросить всех и все. Жучить всех и все. Ради Господа. За взгляду на Пана. Вот это отделение полностью для Него. То есть целковитое отделение для Него. Эту роскошь не все себе позволяют. Не все могут себе позволить на такой луксус. Но те, которые ищут Бога или верят в Него. Але те, кто же шукают Бога, верят в Него. Я имел опыт длительных уединений. Проживаем такие долготрвалые отособления. Вы знаете, я много с Богом общался. Я мог улетать так высоко, что улетать с земли вообще. Видите, я имел много релаций с Богом. Przepraszam, odlatywałem tak wysoko, że jakby z ziemi odlatywałem. No w tym roku, w 2009. Ale w tym roku, 2009. W начале лета. Na początku lata. Ja почему-то решил, что я помолюсь часов 60 без остановки. Postanowiłem, że będę się modlić 60 godzin bez przerwy. I ja ujechał w góry, w Krym. Wyjechałem w góry, na Krym. I tam w górach начал молиться. I tam w górach zacząłem się modlić. Na 20 czas ко мне пришел Бог. Gdy przyszła 20 godzina, przyszedł do mnie Bóg. На 20 час он начал со мной говорить. W 20 godzinie zaczął do mnie mówić. Вы знаете, мне стало страшно. Wiecie, przeraziłem się. Он мне начал показывать Писание и открывать свои откровения. Zaczął pokazywać mi Biblię i objawiać swoje objawienia. Как он жил, Иисус. Jak Jezus żył. Как он переживал. Jak on przeżywał. Как он думал. Jak on myślał. Как он заботился. Jak troszczył się. Вы знаете, когда я с ним начал разговаривать, wiecie, kiedy zacząłem z nim rozmawiać, мне стало страшно. Zacząłem być przerażony. Я с ним мог говорить часами. Mogłem z nim rozmawiać godzinami. Как с кем-то из нas здесь. Jak z kimś z nas tutaj. Как лицом к лицу. Twarzą w twarz. Часами. Godzinami. Я время от времени приходил в себя. От часу до часу отсутствовал я. Мне становилось страшно. И было мне страшно. Я говорил, я же с тобой никогда не общался, получается. И говорил, оказывается, что я так направда никогда с тобой не имел релаций. А ничего, что я с тобой так разговариваю. То нет, что я так с тобой разговаривал. И опять часами продолжал с ним говорить. И снова годинами с ним разговаривал. И опять останавливался. Снова зачумываемся. А разве можно вообще с тобой так говорить? Я же никогда с тобой, получается, за всю христианскую жизнь с 90-го года не общался. Мовя, то можно с тобой так разговаривать? Оказывается, что от 90-го года так направда через все мое христианское жизнь я не имел с тобой правдивой релации. Там даже запаха молитвы не было. Там даже не было запаха молитвы. Там не было молитвы. Не было молитвы. Там было часами разговор лицом к лицу. Была размова годинами, твожу в твож. Почти трое суток. Праве три добы. Сквозь три ночи. Через три ночи. 60 или 62 часа. 60 или 62 часа. Это было как океанические волны. Это было как фалы океана. Я не могу рассказывать все, потому что это только для узкого круга. Не могу оповедать всего, потому что это для узкого круга. На вторые сутки начал открываться духовный мир. В другой добе начался мне отверять духовный свят.
Бог показал мне уже конец моего будущего. Бог показал мне уже конец моей przyszłości. Бог открыл слово и волю свою. Бог объявил свое слово и свою волю. Вы знаете, то, что произошло, я свидетельствую очень смело. Видите, смело, bardzo świadczę о том, что się стало. То, что произошло в моей жизни. О том, что się стало в моем жизни. Это великая милость и любовь Божья. То есть великое милосердие, милость Божья. Это свидетельство для многих и пример. То свидетельство и приклад для wielu. Покаяние и плодов покаяния. Покута и овоцов покуты. Бог открыл мне. Бог показал мне. Бог открыл себя. Показал мне себя. Я могу смело сказать, что я познал его. Могу смело поведать, что я познал. Я могу смело познать, сказать, что я люблю и он меня любит. Могу смело поведать, что я его кохам и он меня коха. И еще смело сказать, что я нашел его. И теж смело поведать, что зналазвам го. Это удивительные, но фактические заявления. То есть задивляюще, але фактичне ствердження. Это со мной произошло. То за мной все видажило. Это то, к чему призваны все мессианские, христианские, все верующие в Иисуса Христа как Господа. То есть то, до чего все мессианцы, христианцы, верующие, са повалани. Потому что Иисус так сказал. Dlatego, że tak powiedział Jezus. Что даже самый маленький верующий в Новом Завете. Że nawet najmniejszy wierzący w Nowym Testamencie. Будет больше, чем Илия. Najmniejszy wierzący będzie większy niż Eliasz. Больше, чем Иоанн Креститель. Niż Jan Chrzciciel. Это даже самый маленький верующий. Nawet najmniejszy wierzący. Даже если кто-то из нас, но лично от Бога услышит хотя бы полслова, хотя бы слово. Jeśli ktoś z nas osobiście od Boga usłyszy przynajmniej pół słowa, słowo, pozdrawiam i pożymaję rękę. To gratuluję i ściskam twoją rękę. Wy seriozno popali. To naprawdę poważnie, serio trafiłeś. Wszystko, co on сказал, wszystko, co on powiedział, spełni się całkowicie. Wypełni się całkowicie. Pozdrawiam. Gratuluję. Pozdrawiam. Gratuluję. Jeszcze Господь сказал, że ogrubieli uszy. Pan powiedział też, że zamknęły się uszy. I нужно преклонить ухо Господу. Trzeba skłonić ucho do Pana. Я приведу пример, чтобы стало понятно. Dam przykład, żeby to było zrozumiałe. В одной беременной женщине. U pewnej ciężarnej kobiety. Żyło dwa ребенка. Było dwoje dzieci. Один верующий, другой скептик. Jedno wierzące, a drugie sceptyczne. И они начали переговариваться там внутри. No i zaczęły tak rozmawiać ze sobą tam w środku. Эй! Ты верующий. Jeden tak go szturcha, mówi, ej, wierzący. A ty co, wierzysz w mamę? A ty co, wierzysz w mamę? Mówi, a ty co, nie wierzysz? A ty co, nie mama wierzysz? Mama jest. No mama jest. Tak gdzie, ty ją choć raz widział? A ty co, przynajmniej raz ją widziałeś? No rodzisz się, uvidzisz. No urodzisz się, zobaczysz. Co ty śmiesz? A tutaj jeszcze nikt nie wracał. A tutaj jeszcze nikt nie wracał. А ты что, веришь в маму? А ты что, веришь в маму? Да верю, она вокруг, мы ей живем и существуем. Ну верю, она есть вокруг, живем в ней и существуем. Она везде. Она есть всюду. Слушай, ты скептик. Послушай, скептику. Даже вечером ты можешь услышать, если преклонишь ухо свое, как она поет. Nawet вечером, когда наклонишь свое ухо, можешь услышать, как она śpiewa. А иногда можешь услышать стук ее сердца. А часами услышишь стукание ее сердца. Преклони ухо свое. Наклони свое ухо. Аллилуйя. Аллилуйя.
Хорошо, наше время начинается, начинать служение. Dobrze, przychodzi nasz czas, żeby teraz zacząć służbę. My już его начинаем несколько сотен лет. Już zaczynamy to kilkaset lat. No, время пришло. No, ale przyszedł czas. Ja tak понимаю, że my pomodlimy się. Więc, jak rozumiem, pomodlimy się. И я еще заметил, что вроде бы записок не передавали. Zauważyłem, że nie były przekazywane różne notatki, записки. Я не знаю, с чем это связано. Nie wiem, z czym to jest związane. Ну, конечно, было бы неплохо, чтобы передать. Ale nie byłoby źle, jakbyście podali to, co zapisaliście. Может быть, если кто-то захочет, есть смысл не уходить домой. Może jeśli ktoś stwierdzi, że jednak warto nie iść do domu. Или после молитвы мы что-то продолжим. Możliwe, że po modlitwie jeszcze coś będziemy kontynuować. Потому что я думаю, что каждый вопрос может быть растянут на много ответов. Bo wiem, że każde pytanie może być rozciągnięte na wiele odpowiedzi. И кому-то это поможет. I komuś to pomoże. Вот. Хорошо. Я, в принципе, я мог бы помолиться в одну сферу такую важную. Мог бы еще помолиться о певно такую важную сферу. 31 глава Еремия. 31 раздел книги Еремяша. Там надежда для всех, кому нужно покаяние. Там есть надежда для всех, которым есть потребно навруцание. Я верю, что, ну, как минимум в этом зале нет ни одного человека, кто не нуждается в большом глубоком покаянии и открытии к Господу и обращении. Wierzę, że w tym, z tej sali nie ma ani jednego człowieka, kto nie potrzebuje głębokiego nawrócenia, pokuty i objawienia się Boga. Знаете, некоторые, допустим, могут сказать: "А я нормально живу, мне не в чем каяться". Niektórzy mogą powiedzieć: "No ja normalnie żyję, nie mam z czego pokutować". И жизнь прожил, каяться не в чем. Przeżył całe życie, no nie mam się z czego pokutować. Да, а если посмотреть в духовном мире? A jeżeli popatrzymy w świecie duchowym, то это похоже на Иону. Иона, который сидит в животе кита. To jest podobne do Jonasza, który siedział w brzuchu wieloryba. И если бы сейчас заметить, как сильно перемотано водорослями все, и голова, и тело. Если бы мы увидели, как мощно в водорослях была его голова и тело, то не было бы таких вопросов, за что мне каяться. То не было бы таких питаний, с чего мам покутовать. Но есть надежда, 31 глава Иеремии. Но есть надежда, 31 раздел Иеремяша. Даже если, знаете, как-то нету желания каяться. Nawet jeżeli nie ma pragnienia, żeby nie идет покаяние, albo nie idzie ta pokuta, to można poprosić u Boga pokajanie. To można poprosić Boga o to. Tam napisano obróci 19 stich. 19 werset. Obróci i obrócić. Obróci i obrócić. Наверniej наврочусь. Nawróć się, nawrócę się. Обрати меня, и я обращусь к тебе. Обруч мне, я звручаюсь к тебе. 31 глава Еремия, 18-19 стих. Еремяша, 18-19 версет. Хорошо. И еще 3 глава Марка. 3 раздел Марка. Уже и секира при корне лежит. Już i siekiera jest przyłożona do pnia. Всякое дерево, не приносящее доброго плода. Każde drzewo, które nie przynosi owocu, будет срублено, брошено в огонь. Zostanie porąbane i wyrzucone w ogień. Принесите достойный плод покаяния. Przynieście owoc godny upamiętania. Нам нужны плоды. Potrzebne nam są owoce. Достойные плоды покаяния. Owoce godne upamiętania. Вот. Точно так же, как вроде бы тем, кто якобы слышит голос Божий, но похоже, что это не Божий голос, потому что плодов никаких нету. Так само, как и с теми, кто же, может, и слышал Божий голос, но не до конца, потому что нет никаких овоцов. Точно так же, как те, кто не слышит голос Божий. И так, как с теми, кто же
в ogóle не слышал. Есть так, как с теми, кто же в ogóle не слышал Божьего голоса. Поэтому можно сейчас об этом помолиться. Dlatego można się teraz o to pomodlić. Направление покаяния. Kierunek pokuta. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо. А у нас прославление какое-нибудь тут есть? Увельбение якесь? Кто-то играет здесь на чем-нибудь. Классный вопрос сейчас пришел. Bardzo dobre pytanie nadeszło. Как ты вырвался из терний? Jak wyrwałeś się z cierni? Спасибо большое. Dziękuję bardzo. Значит, рассказываю. Będę opowiadać. Trzeba powiedzieć. Боже мой, видите, как сильно зафаршировано именно сейчас, сразу вспоминаю место Писания. Видите, natychmiast сразу przypominają mi się miejsca w Biblii. Кто не отрешится от себя, кто не выжегнет себя, и от всего, что имеет, и всего, что ма, не возьмет свой крест, не возьмет своего крыжа, тот не может быть моим. Тот не может быть моим. Кто сейчас готов потерять все, что имеет? Кто сейчас есть готов стратить все, что ма, и себя? И себе. Хотите ответ на этот вопрос? Хочу ответить на это питание. Должны все аж подскакивать с радостью и кричать «Я». Все должны с радостью подскакивать и кричать «Я». Почему? Потому что мы же ничего не теряем, мы только приобретаем. Потому что мы ничего так направду не тратим, все зыскуем. И вот как страх терния всех заглушил. И страх, как терния, всех так заглушил. Терять все, терни терять. Всё стратишь, терни. Себя терять, все, что имею. А все, что я имею, это одни терни. Всё, что мам, то самое черни. Терять все и себя. Страца всё и себя. А тот, кто теряет все и себя, а кто трачит всё и себя, приобретает во 100 раз больше. Зыскует 100 раз венцей. И на земле, и в вечность. На земле и на вечность. А вдруг сейчас это произойдет? Я все сейчас потеряю все, что у меня есть. А если то сейчас так станет и страдаю, что там? А у меня много чего есть. А у меня богато чего, много чего есть. А направда дуже мам. И себя потерять? Вдруг я сейчас умру? И себе страца, но то иногда умре зараз. Некоторые боятся смерти, да? Некоторые же боятся смерти. Эхе-хе-хе-хе. Мне когда-то сказали откровение одно. Когда-то поведено мне певное объявление. Говорят, Серега, хочешь откровение? Запитали, Сережа, хочешь познать певное объявление? Через секунду мы будем в вечности. За хвилю будем в вечности. Некоторые думают, ага, серьезно, это очень серьезное откровение. Но это правдивое, поважное объявление. Некоторые даже не заметят, как пройдет миг. Некоторые даже не заметят, не зауважат, как минет это мигненье. Вся жизнь, вся жизнь. Целая жизнь. Как секунда. Как секунда. Мы будем в вечности. Будем в вечности. Там ценности меняются. Там изменяются вартости. Все, что было ценно здесь на земле, всё, что было важное тут на земле, окажется просто огнем ада. Будет, окажется только огнем пекельным. Все, за что здесь была душа привязана, всё, до чего тут душа была привязана, будет вечно гореть. Будет вечно пылать. Так написано в Писании. Так есть написано в Письме Святом. Вся земля и все дела на ней будут гореть. Целая земля и всё, что на ней есть, будет пылать. Такое впечатление, вроде бы это скрытый ад. Есть такое впечатление, как бы это было такое укрытое пекло. Один из воскресших из мертвых, кстати, принес это послание, там, когда он говорил с Господом. Одна из особ, которая повстала из мертвых, принесла это послание, когда этот человек разговаривал там с Богом. Иисус ему сказал. Иисус ему сказал. Слушай, люди ценят на земле то, что будет гореть. Послушай, люди на земле ценят то, что будет пылать. Принеси им послание, скажи. Принеси им это послание и поведь. Земля? Земля. Это всего лишь скрытый ад. Это только такое укрытое пекло. Здесь нам
терять вообще нечего. Tutaj w ogóle nie mamy czego tracić. Вся мера ценностей там, в вечности. Cała wartość jest tam, w wieczności. О чем они переживают здесь на земле? A co tutaj jest przeżywane na ziemi? О чем они заботятся здесь? O co tu się troszczyć? О чем мучаются? Z czym się męczą? Z czym борются? Z czym walczą? С кем судятся? Z kim się sądzą? За что дерутся? За co walczą? А если убрать слово скрытый? A jeżeli zabierzemy słowo ukryte? Здесь все будет гореть. Tutaj wszystko będzie płonąć. Ничего здесь нету основательного. Nie ma tu niczego pewnego. Все временно. Wszystko jest tymczasowe. Нам нужно обращение. Potrzebujemy nawrócenia. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, давайте сейчас все встанем на ноги, пожалуйста. Повстаньмы wszyscy, proszę. Все, кто нуждается в обращении, выходите сюда, мы будем молиться. Я Wszyscy, и моя жена. Обращения, как выйду, туда будем еще молиться. И, конечно, важно было бы, чтобы моя жена тоже помолилась. Важно то, чтобы моя жена еще помолилась. Пожалуйста, выходите сюда вперед, мы будем молиться. Выходите туда и до пшоду, будем еще молиться. Мою жену будет переводить переводчик. Мою жену будет тумачить Павел. А мне Павел. Все. Выходите, пожалуйста, поскорей, потому что некоторым нужно на автобус домой ехать. Выходите шибче, бо некоторые потребуют ехать до дому. Кто еще остается, нужно будет оставаться, и мы будем продолжать. Кто zostaje, может zostać, будем продолжать. Мы только начинаем служение. Dopiero zaczynamy teraz służbę. У Господа еще есть много чего нам сказать. Pan ma jeszcze wiele do powiedzenia nam. Потому что Он сильно любит нас. Dlatego, że bardzo nas kocha. Господь любит нас больше всех на свете. Бог kocha нас bardziej niż wszystkich na świecie. Он в тюрьме любви к тебе и ко мне. Он jest w więzieniu miłości do ciebie он, i do mnie. Он не может вырваться из тюрьмы любви. Он не может вырваться из więzienia miłości. Одним взглядом ты пленила сердце его. Jednym spojrzeniem ty uchwyciłaś jego serce. Он не может и не хочет жить без тебя, так любит тебя. Он не может жить без тебя, так bardzo cię kocha. Ты смысл жизни его. Jesteś sensem jego życia. Ты все, что есть в его жизни. Jesteś wszystkim, co jest w jego życiu. Может быть, нужно только одному человеку тебе услышать. Я верю, Бог тебе сейчас говорит: я люблю тебя. Możliwe, że tylko jeden człowiek potrzebuje to usłyszeć, ale mówię, Bóg cię kocha. Этим вечером я верю, Господь к тебе обращается. Wierzę, że Bóg się do ciebie zwraca. Я люблю тебя. Kocham ciebie. Ты все, что у меня есть. Jesteś wszystkim, co mam. Я верю, Бог тебе сейчас говорит. Wierzę, że Bóg teraz do ciebie mówi. Я не могу жить без тебя. Nie mogę bez ciebie żyć. Ты смысл моей жизни. Jesteś sensem mojego życia. Я умираю без тебя. Umieram bez ciebie. Я не захотел жить, я умер без тебя. Я не хотел жить, я умарłem без тебя. И я не буду жить без тебя. Не będę жить без тебя. Я люблю тебя. Kocham cię. Я люблю тебя. Kocham cię. Я очень люблю тебя. Bardzo cię kocham. Ты все, что у меня есть. Jesteś wszystkim, co mam. Никто не заберет тебя. Nikt cię nie zabierze. Я никому не отдам тебя. Никому cię nie oddam. Я люблю тебя. Kocham cię. Я Бог, люблю тебя. Я Бог, тебя кохам. Я люблю тебя. Кохам тебя. Я люблю тебя. Кохам тебя. Давайте сейчас все скажем. Wszyscy powiedzmy teraz. Господь. Боже. Я тоже тебя люблю. Я też тебя кохам. Я тоже не могу жить без тебя. Też nie mogę bez ciebie żyć. Я тоже умираю без тебя. Я też umieram bez ciebie. И я не буду жить без тебя. Не będę жить без тебя. Обрати меня. Zwróć mnie. И я обращусь. А я zwrócę się ku tobie. Я буду каяться. Będę pokutować. Прости меня, Господь. Wybacz mi, Panie.
За то, что время не уделял тебе. За то, что не уделялам тебе часу. За то, что не оставлял всех и все. За то, что не заставлялам всех и всего. Да будет время для тебя, Господь. Нех час будет для тебя, Боже. Я остановлюсь для тебя. Затримамся для тебя. Чтобы познать тебя. Чтобы познать тебя. Аминь.